Родные, друзья, одногруппники и преподаватели встречают Махмуда Сабырхана. Он вошел в тройку лучших на чемпионате мира по боксу. Призер был настроен на золото, но в финале Махмуд уступил японскому мастеру кожаной перчатки Тамоя Цубое. В финале можно сказать, что сам виноват. Я немного поторопился и получил серебро. Ничего, с бойцом из Японии мы еще не раз встретимся. На чемпионате Азии, чемпионате мира, на Олимпиаде. Все соперники были сильными, ведь это чемпионат мира. Мы будем продолжать тренироваться. Впереди азиатские игры. Два золота, два серебра, бронза и второе командное место. Итог выступления сборной Казахстана по боксу. Чемпионат мира в Белграде стал принципиальным стартом. Обновленная команда, новый тренерский состав, новые подходы и новые задачи. 20-летний Махмуд – самый молодой спортсмен сборной. Он провел 5 поединков, 4 из которых выиграл со счетом 5-0. Серебро ведь тоже неплохо. У него все впереди. Благодарю всех, кто болел за нас. Спасибо за поддержку, за то, что красиво встретили. За первые места боксерам обещали гарантированные призовые – 150 и 25 тысяч долларов. Махмуду Сабырхану предстоит выступить на азиатских играх, а в дальнейшем вступить в борьбу за путевку на Олимпиаду. Диас Мусаев, Ирланбек Саидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».